Аграрии региона поддержали призыв депутата Госдумы Николая Панкова раскрыть сведения о субсидиях в агропромышленном комплексе. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, уверен директор сельхозпредприятия «Агрос» Турковского района Николай Плеханов. Он рассказал, что далеко не каждый год аграрии получают достойный урожай. Чаще всего происходит засуха, и в этих условиях сельхозпроизводители стараются искать возможности справиться с природными катаклизмами. Одно из таких направлений – развитие системы орошения. И в этом году хозяйство «Агрос» впервые получило субсидию на мелиорацию. И как заявил Николай Плеханов, цитата, «что касается раскрытия данных о расходовании субсидий, считаю, что это позволит сделать весь процесс их получения более прозрачным. Каждый будет понимать, куда были направлены средства и какая польза от этого области». Николай Панков справедливо отметил, что поддерживать нужно тех, кто работает на земле и развивает агропромышленный комплекс области. Конец цитаты. Напомню, депутат Государственной Думы Николай Панков призвал раскрыть данные о распределении субсидий в АПК, ведь и областная власть, и государство и дальше будут выделять финансирование на приоритетные проекты, и важно навести порядок в вопросах распределения ресурсов.